Так вот, о чем это я? Я говорю, я уже давно засматриваюсь на ярлык этой игры. Холод отступил несколько дней назад, оставив меня со своими мыслями наедине. Чувство голода в этом мире отсутствовало. Жажды тоже не было. Но я знал, чтобы не потерять до конца человечность, я должен сохранить какие-то людские привычки. Я попытался напиться выпавшим несколько ночей назад снегом. Или, может быть, уже прошла неделя. Руки не самые лучшие для талой воды сосуд. Но мне удалось осуществить свое желание. И все же все потеряло всякий смысл. Весь мой мир остановился в этой точке. В этой комнате. Ярлык игры The Thing не исчез. Я знал, что мне еще предстоит окунуться в это безумие. Но мерзнуть я устал. Этой ночью я окажусь независимым журналистом. Я просто знаю это. И каждый раз, дважды, нажимая курсором на иконку игры, я оказывался в шкуре главного героя. Я переживал все то, что переживает он. Черт, эти маски, потом одни прыщи наружу. Ну что, здравствуйте, доброй ночи, уважаемые зрители. Приветствую вас на канале We Love Games TV с рубрикой We Love Bricks TV в рамках мероприятия Primetime 2.1. Как меня видно, как слышно. Простите, я сегодня купил новую камеру, у нее есть режим ночного видения, не знаю, работает она или нет. Единички в чате, если все хорошо, полет нормальный. Прошу прощения за лаги, это не мы, это Twitch. Привет, дорогие друзья. Вы готовы окунуться в мир ужаса? В мир страха? Да кого я обманываю? Вы уже все прошли, наверное, и посмотрели по 100 раз. Ну ничего, посмотрите и 101, правильно? К черту. Поехали. Завтра на работу. Нельзя ждать ни минуты. А где игра? Она же была. Она же только что была на рабочем столе. Outlast, выходи. Ты нам нужен. Outlast. О. Та-дам! Red Barrels. Красные бочки. Ну что? Поехали. В игре Outlast встречаются сцены насилия. Кровь и... сексуальные сцены. А также нецензурная лексика. Это то, что мы любим. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты
и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Однако, из таких мест психиатрическая лечебница Mount Massive можно смело назвать адом на земле. Его главная задача — докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец. Да и сражаться с ужасами Mount Massive невозможно. Так что, дорогие зрители, нам остается единственный верный выход — бежать. Бежать и прятаться. Или погибнуть. Салазар, комиссар департамента сельского хозяйства, заявил, что погодные изменения связаны бла-бла-бла, а также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на бла-бла-бла. Кроме того, если сегодня вечером вы соберетесь прогуляться, то сможете наблюдать вертолеты, низколетающие над бла-бла-бла. Похоже, сотрудники парка Арапаха собрались распылять инсектициды против насекомых-вредителей. Что это за ужасы? Вот так вот вечно включишь радио, а там какое-то говно вместо музыки. Мы едем куда-то на машине. Mount Massive Asylum. Лечебница. Не поздновато ли мы приехали на прием? Эй, охраны нет? Так, что тут у нас? Конфиденциально. 17 сентября 2013 года. О, это мне письмо. Тема. Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков. Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать. Они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Mount Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю. Я не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Слишком сексуальный голос? Простите. Я пока еще не очень боюсь. Батарейки. Камера. Вроде работает. Это вам, уважаемые зрители. Это вам. Новая цель. Исследуйте лечебницу Mount Massive. Что, автоматика? Ладно. Эй, здесь есть кто-нибудь? Может, они под столом прячутся? Нет? А где все? Рисунки. Хэллоуин. Да. Password. I don't have a password. Нет у меня пароля никакого. Черт. Ребята, прошу вас прокомментировать, как меня видно и слышно. Дамы и господа, добро пожаловать, уважаемый СК2ТВ, пекаря. Здравствуйте. Good Game, канал Праймтайма, привет. Twitch, привет. На Гохе сегодня тоже? Праймтайм 2.1, здравствуйте. Все хорошо? Единички? У Good Game все хорошо, отлично. Ксен, спасибо. Ну что ж, пойдемте. Нажмите или удерживайте. Ладно.
Эй! Хотелось сказать, есть здесь кто-нибудь, но по привычке. Так, вроде есть. Смотрите, там свет зажегся. Там какой-то человек. Что это за место? Так, ребята. Что за запись мы сделали в дневнике? Лечебница Маунт Мэссив. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Маунт Мэссив, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 71 году, была вновь открыта в 2009-м компанией «Психиатрические исследования Мерков», скрывающейся под личиной благотворительной организации. Мой сотовый резко перестал ловить сеть, примерно в миле отсюда. Похоже на какую-то глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии. Но на американской земле... никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду? Эй! Не надо. Не надо эмбиента. I don't like ambient. You don't scare me. Что нам сюда? Это было глупо, надо через главный вход. Какие-то автомобили. Это что, военные? Mercs. Supplies. Не похоже на supply. Похоже на военный транспорт. Маунт Мэссив Асайлум. Психиатрическая больница. Кто бы сомневался. Давайте заснимем на всякий случай. Будут потом нас обвинять, что мы не по адресу приехали. Вроде никого. Черт! И здесь закрыто. Going on. Что здесь, черт побери, происходит? Ладно, давайте попробуем здесь забраться. Вы слышите? А, нет, это я, простите. Ничего страшного. Зачем же так громко, господи? Это что, Mirror's Edge? Ребята, игру не слишком громко слышно. Какие-то звуки очень громкие. Что за звуки? Еще даже внутрь не забрались. О, черт. Хорошо, камеру купил на распродаже. Почему штабик молчит на мои мольбы комментариев о качестве?
А, штаб? Вы опять меня бросили. Стоило мне забраться в самые недра этого поместья, этой лечебницы и все. И штаб замолчал. Кинули меня, да? Сволочи! Я так и знал! Нажмите или удерживайте левую кнопку мышки, а если я... О. Серьезно? Все? Я открыл дверь? Помехи какие-то. А, 218. Ну ладно. Просто включился телевизор. Ничего страшного. Ничего страшного. Все хорошо. Просто телевизор. Здесь никого нет. Время, кстати, 10 минут 10. Не шарите. Что здесь за беспорядок такой? Может, это... Лечебница уже давно бездействует? Хотя откуда свет? Это что такое? Что за... Что это? Опять кто-то ел клубничное варенье? Матерь божья. Ужас какой. Эй, здесь есть кто? Эй! Что за... Эй! Что за звуки? Ставни. Что у нас здесь? Тири-тири. Какая-то заметка или что? Информатор? Нет? Ничего нет. Алло! Хотя, чего я говорю алло, все равно же уже... Гудки. Психиатрические исследования Мерков. Проект Вальридер. Лечебница Маунт Мэссив. Дело номер 174. Пациент Билли. Дата консультации 2012 год. Первичное обращение 2009. Возраст 19 лет. Пол мужской. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжается. Наблюдается без... Прецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна. Смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью, хотя Билли утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера. На заметку. Единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер, ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также... Так заусовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознание. Проект Вальридер. Что за ахинея? Мы что, опять сюда пришли, а записки читать? Почему каждое мое действие сопровождается каким-то... Жесть. Помните, я вам говорил, что музыка — это одна из основных составляющих хоррора? Кто ел клубничное варенье и ходил по нему? Что за неряха здесь была? Я думаю, что кто-то ел, кого-то рассмешили, он просто... так, на стену, вот. Как вы думаете? Ну это же не кровь, правда? А там что? Эй!
Че, серьезно? Эй! Доктор! Доктор! Я... А, это туалет. Мне нужно в туалет! Срочно! Эй! Откройте! Там кто-нибудь есть? Ну там же кто-то есть! Я видел, что вы закрывали дверь! Да что за Silent Hill такой? Все закрыто. Эй, 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 стой, стой, стой! И здесь клубник. Так, я лучше за... Я не знаю, закрыть или открыть. Он не закрывает. Эй, тихо! Что у нас здесь? Креветка? Это креветки? Или... Неважно. Avoid contamination. Wash your hands, please. Пожалуйста. В избежание заражения, мойте свои руки. Ну да, мама мне тоже так говорила. Господи, это же кровь. А почему... Что здесь, черт возьми, произошло? Мы можем туда запрыгнуть? Эй, что, что ты делаешь? Обратно давай. Я же просто хотел заснять это. Это же человек был? Или нет? Закрыто. О, библиотека. Library. Любите библиотеку? Нажмите удержание. Чё было-то? Я даже не увидел ничего. Я ничего не увидел, одна только музыка. Коты. Хватит, хватит! Хватит! Что это? Спокойно, дыши, дыши, ну мы тут... Мы тут все заодно. Матерь Божья! Господи! Что это? Что? Они перебили нас! Вычислили варианты! С ними нельзя бороться! Прячьтесь! Главные ворота можно открыть, и здесь питерская служба безопасности. Это же солдат! О, господи. Как отсюда выбраться? Мне показалось, или там кто-то был? Да успокойся, держи себя в руках! Ну, видимо, показалось.
Да с такой камеры ни черта не видно. Hands in the toilet! Who's disgusting? Это очень... очень популярный прием части тела в унитазе оставлять. Не страшно. Просто противно. А-205. Закрыто. Ну и хорошо. Это сотрудники этой психиатрической больницы? Что здесь у нас? Как вам вообще место, ребята? Нравится? Little fake. And who are you? Не свети мне в глаза! Я понимаю, Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын мой. У тебя есть призвание. Что? Что за опять... за секта? Я избранный. Новая цель. Выберитесь из лечебницы. Откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Ай да Unreal Engine! Ой, противный какой. Батарейка. Где диспетчерская? Ребят, я не знаю, что здесь произошло, но мне очень хочется выбраться отсюда. А, вот это диспетчерская, видимо, да? От чего он умер-то хотя бы? Я внутри. Повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые, головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бейджикам, все из исследовательского отдела мерков. Подставная шарашка мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги из этой дыры, полной психов. А этот оперативник? Они же его как свинью на вертел насадили. Велел мне убираться нахрен отсюда. И кони. Жаль, я его слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Жаль, я его не слышал. А почему не можем позвонить? Телефоны же работают или нет? Markov Corporation. Я знал, что корпорации до добра не доведут. Черт, я еще и следы оставляю. Это что? Вы что-нибудь видите? Я ни черта не вижу. Фаридка, привет. What's going on, guys? Что? Что с ними произошло? Почему никто не вызвал полицию? Я не знаю. Что? Почему? Ведь сюда приехали военные. Мы были правы, что... когда говорили о военных автомобилях. Снаружи здания. Теперь у меня нет никакого сомнения в том, что это кровь.
ничего нет. Не дай бог он дернется, как только я подойду к нему. Куда звонить? Куда звонить? Я не знаю, куда-нибудь звонить. Он говорит, что у него телефон не работает. Эй! А зачем туалетная бумага здесь? Кому? Карлик? Хорошо. Карлик? Карлик, это вам. Мне говорят, что мы батарейку пропустили. Так, успокойся, успокойся, мужик, успокойся, не надо так дышать. Где батарейка? Я ничего не... Хватит спойлерить, если пропустил, так пропустил. Ну, интересно... Психиатрическое исследование мерков, блам-блам-блам. Еще один, мистер Уокер. Возраст 32 года, Рудольф Вернике. Состояние активность... Морфогенетического кондиционирования стабилизировалось приблизительно на 2000 ПМ. Переход к более высоким стадиям гормональной программы небезопасен. Симптомы спирометрии обнаруживают легкие умеренные бронхиальные образования. Результат томографии подтверждает описание снов, данные самим пациентом. Смех в медленной фазе. Что значит смех в медленной фазе? Кто-нибудь мне подскажет? Вы понимаете, о чем речь? Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограничена ввиду нанесенных им себе повреждений. Ограничительные приспособления пришлось видоизменить в связи с его огромными размерами. Обширные кожные высыпания соответствуют типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом кондиционировании. Он утверждает, что сдирание кожи со лба способствует особому видению, напоминает юношеские опыты с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касательно своей плоти, особенно губ и носа. Назначенному персоналу следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительства. Полученные в Афганистане психологические травмы, похоже, замедляют процесс морфогенетического кондиционирования. Это я уже выучил. Морфогенетическое кондиционирование. Что это такое? Преобладающим навязчивым состоянием усиленным терапией является повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настоятельно рекомендовано дальнейшее применение средств физического и фармакологического ограничения активности. Они что, опыты какие-то проводили? Поменяли батарейку. Так что это за... Мужчина, вам... Вам можно помочь? Эй! Эй! Вы меня слышите? Что с ним такое? Вы видели, у него нет глаз? Эй! 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 Меня зовут Дэн Русянини. Эй! Ребята, вот это вроде нормально выглядит.
Вы меня слышите? Эй! Корпорация Мерков, подразделение в США, ордер на арест имущества. Относительно ареста имущества, психиатрический центр Маунт Мессив. Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслуживающим доверия агентством безопасности Мерков. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности, заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию и полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований к корпорации Мерков и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, которых они были необходимы, невзирая на последствия. Кто-нибудь понял, о чем речь? Это документы. Овощи и сдохший телевизор? Да, я очень лестно, видимо, отзываюсь об этих ребятах. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло, но, похоже, на чердаке у них совсем пусто. Что ж, овощи так овощи. Надеюсь, они безопасны. Выход. Открывай же! Чёрт! Сказать, что мне очень хочется заходить в это помещение. Черт, скрипит еще. Карточка, это сотрудник охраны. Карта доступа к диспетчерской службе безопасности. Прости, приятель. Но мне она понадобится больше, чем тебе. Засняли. Пойдемте отсюда. Нам ведь обратно, я полагаю, к центральному терминалу. Ребят, все хорошо. Че показывают? А, ВЦС. Ну да, точно. Я... Мне нравится ВСС. Киберспорт, интересно. Не, правда. Все хорошо. ХК. Получай туалетную бумагу на Твиче. Хотя она мне самому понадобится. 212 ХК на Твиче. Я не знаю, что это было. I don't know what was that. I don't wanna even know what... Whatever! А это еще не... Отстань! У нас своя рубрика! Не-не-не-не-не-не-не-не-не!
Господи. Черт, мне его жалко. Черт убери. Что здесь происходит? Что эти ублюдки здесь делали? К черту. Где здесь вставлять карточку? Где вставлять карточку? Сволочь. А вот же выход. Не. Не хотел я ничего плохого тебе сделать, товарищ. Вот его пациенты очень не любили. Видимо. Witness. Парень, ты жив? Только не дергайся, ладно? Мы у тебя всего лишь туалетную бумагу возьмем. Все. По шаблонам все, да, молодцы. Хорошо, как же без этого, точно. Посмотрите, что это части тела. Надо за. Oh my god. Oh, this is disgusting. У него шея перерезана. А у него кишки выпущены. Вы слышали, кто-то? Еще так хлюпает, чавкает под ногами. Ужасно. Может, там сквозняк просто? Вроде никого. Давайте вдоль стенки просто. А вот он. Security. That's what we need. Это именно та дверь, которая нам нужна. Great. Давай, открывай быстрее, твою мать. Закрывай! Ты не так сильно! They lie. Они лгут, надпись на стене. Парень, ты же не встанешь, да? Хорошо. Давайте посмотрим, что творится в этом комплексе. Коф, так, мне нужно самому попить. No. Thank you.
Ну! Jesus Christ! Да будь проклят тот день, когда я купил эту игру! А у меня есть жизнь или что-то, я не знаю, вы из этой серии. Do I have a... Do I have a... Health bar? Or anything of the kind? Куда идти? Это... Я человек! I'm human! Кто там? Заживу, я не боюсь смерти! Да не надо меня за... Я не причиню тебе вреда! Не надо, меня... Что вообще-то за штука была такая? Большая. Для запуска генератора включите два бензонаса. Pumps! Two pumps! Are you kidding me? Where are those pumps? Где эти насосы? Почему нельзя просто было подойти и нажать на кнопку? Зачем какие-то насосы включать? Pump room. Great. Найдена батарейка. Где... А, вот она. Well, I guess that's not enough. Видимо, этого недостаточно. Oh, whoa! No! No! Is he gone? Он ушел? Ну это же вроде человек. That's a human being, right? Just a human. Теперь он точно нашел. Здесь хотя бы есть где спрятаться, если что. Is there any place to hide? Oh, he's coming! Черт, пока не видит. Come on! No, да я же уже включил насосы эти сраные! No! Это тупик!
У нас просто правило. Если страшно, вы пишите в чат 666. Это традиция, которая пошла с третьего Silent Hill'а. We have a tradition. If you're scared, you just type 666 on Twitch. And probably, if you're lucky enough, I can provide you with personal toilet paper. Your nickname. Ребят, что-то... Это... Немного... Ленив говорит, ему 28 лет, в таком возрасте не могут игры пугать. Но значит, я дебил? Меня пугают? Все три раза, когда меня напугали, мне было страшно. А где мы оказались? Для подшивки тема гипноз исследования эксперимента. 54-й год. В среду 54-го года исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Мессив, Колорадо. По ниже описанным направлениям, краткое изложение, было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда «Уснуть при указании пальцем». Мисс Пирс было приказано, учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна. Пользуясь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить. Что? Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что не задумываясь застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон, и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место быть. А где мы сейчас с вами? Нас убили или нет? Или это так и было задумано? Am I dead? No, I guess I'm not dead. Понятно. Все повторяется. Давайте тогда изучим изначально. Barrels, barrels, barrels! Ведь тут парень, наверное, появляется только когда мы включаем насос. Черт! Я так и знал! Кровати можно спрятаться? О, я могу прятаться под кроватью. I can hide under the bed. Оп-о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 п-
He's coming this way. I'm gonna hide. Мы просто спрячемся. Что он искал в шкафах?
Oh, great, nice, nice. That's a nice hideout. Отлично. Он ходит там. Видите его? Но он идет туда, куда нам не нужно. Мы же включили оба насоса. Что так быстро разряжается-то? Батарейка на полке была. Я не увидел, ребят. Чёрт! Уйди! Мать твою, только не по правой стороне, ладно, ты пойдешь? Ты пойдешь по левой стороне. Мои научники меня обманывают, ты пошел по левой стороне. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Вот и хорошо, вот и хорошо. Да? Чест, я тут же был... А, вот он. Сейчас не будет заходить. Ладно, полезли. Видимо, он сюда не пойдет. Я слышу, как он по воде ходит. Зачем этот эмбиент? Ладно, что у нас здесь? Нам нужен какой-то насос. Где-то там по воде ходят, я слышу. Спрятаться, no, I don't want to hide. Where's the pump? Заприкасаться к этой мерзости не хочется. Так где здесь, мать его? Ага. 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 Окей, that's what we need. Это что нам нужно. Так. Он же не выйдет сюда, правильно? Его здесь нету, правильно? Все хорошо. Теперь можно, наверное...
Включать генератор. Блюдок специально ведь патрулирует. Скотина. И зачем здесь целая комната? Без всего? There's nothing in this room. Absolutely nothing. Я выходить-то теперь боюсь. Это он идет? О, черт, это... Что, какого черта? Я не я! Он прямо за мной, прямо. Куда же бежу? Тут. О! Ну, давай сюда. Иди нахер. Теперь можно расслабиться хоть чуть-чуть. Now it's time to relax a bit. Library, security room, chapel, cafeteria, recreation hall. Whatever. Так, я, по-моему, здесь не до... Да что? Прости, сын мой, я не хотел так с тобой поступать. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Что ж ты за ублюдок такой, а? Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. Это эфир какой-то прямо.
Всем привет, с вами канал Will of Games TV с рубрикой Will of Bricks TV в рамках Primetime 2.1 на sk2tv.ru. Всем привет. Чатик на СК, на Кудгейме, на Твиче, на Гохе. Здравствуйте, ребята. Welcome everyone on Twitch. Мы играем сегодня в... Черт, я забыл, как эта игра называется. Outlast. The new horror game. Я, пожалуй, здесь посижу. Вы со мной? Обскюр, привет. Ладно. Что тебе надо? Кто ты, эй? Не спать, место покоя, оставьте меня в покое. Все что угодно. Давай еще. Молодцы. Руки. Мужик, что ты здесь сделал? Сказал, что не тронет тебя. Он так и сказал, но когда котенка нет рядом... Это был котенок! Кто это? Наверное, один из... Да вы чё Ребят, вы же хорошие парни, вы не будете меня ловить в таком виде, да? Чёрт, вот теперь у меня есть вторая причина, чтобы меня не поймали. Вы видели? Смотрите, он весь... Не доверяем, говорят, это наука, но все не так. Они ждали нас. Прямо здесь. Билли понял. Они всегда были тут. Что здесь происходит? Кто эти парни, которые стояли голышом за решеткой? Кто все эти люди здесь вокруг? Это не похоже на психиатрическую больницу, это похоже на... Да
Давайте выбираться к черту отсюда. Fragile. Fragile. Да что ж вы делаете тут? Мне соседи сейчас проснутся. Какого хрена тебе надо? Тебя никто сюда не звал. Долбанный извращенец. Чё, нравится пялиться? Придурок. Тебе нравится пялиться? А тебе что, не нравится, что ли? Как я пялюсь? Это вообще люди или? Я не... На, мне батарейки сели, черт. Чё тут? Ты жив? Чёрт, это охрана. Showers, душевые. И мы туда не пойдем. Опять закрыто. Ад какой-то. Слишком много голосов. Они следят за мной. Никакого сна. Давай только не упади туда, ладно? А там же эти парни были, зачем туда идешь? С большими членами. Голые. Не дождался, пока я кончу. Я и для тебя оставлю. Что ты оставишь? Не надо ничего. Не надо кончать. Golden eyes. Provide way, follow the blood. Следуйте. Следуйте за кровью. Новая цель, идите по кровавому следу к выходу. СК, чё вы ржёте? Чё так много пека? А что случилось? Мне вот не смешно. Мы засняли уже 16 минут. Это грёбаный вид... Зачем мы сюда вообще поехали? Камера видеонаблюдения. Система работает. Неужели нет никакого, я не знаю... У тебя же мобильный телефон с собой был! Говорит за кровью. Нет пути, кроме как вниз. Вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку. Эй, эй. Кого-то мне эти ребята напоминают. В какой-то игре они уже были. Мобильник перестал ловить, но он же не знает, он не доставал его с тех пор из своих штанин. Нам сюда, наверное, вниз. Что это? Confidential. Говорящий с мертвецами. К черту это место. Серьезно, к черту! Смерть уже далеко не возглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. Отец Мартин, художник, рисующий пальцем. Что? Художественная программа для пациентов. Пациент отец Мартин Арчимбод. Хелен. Доктор Цайнхнер дал мне вашу контактную информацию в связи с отменой художественной программы. Мой пациент Мартин Арчимбод показывал существенные успехи в ходе терапии, благодаря рисованию пальцами. Всего через неделю после отмены художественной программы его шизоаффектные утверждения о голосах высших сил серьезно усилились. Пожалуйста, разрешите человеку рисовать пальцем. Несколько долларов, сэкономленных на красках, тут же расходуются на дорогостоящий клозапин. А он говном, что ли, рисует? Я не знаю, пальцем в жопу...
Я не вижу в происходящем никакой логики, если только настоящей целью Мерков не является полный отрыв пациентов от реальности. Пожалуйста, держите меня в курсе, доктор Нильх Вольфорфрам. Вниз по стоку, я понял тебя, я иду вниз по стоках. Вот сюда прямо. Правильно, все? Угомонился? Молодец. Чё здесь? Так мы же здесь были. Нет, мы здесь не были. А можно сюда пройти? Inactive. Окей. Как же умело они все. Просто заткнись! Заткнись! Дай мне подумать! Тихо! Надо меня своим дыханием. Навонял. Что ты ел? Ага. Что, ты мне нападешь, что ли? Чего? Чего ты потираешь? Я. Так, ладно. Не пойду я к тебе. Что ж ты так лоп. Дурак! Может, ты в своем уме? Это были не эксперименты, а ритуалы. Темная магия. Я уже понял, что вы здесь все шизануты. Маги чертовы. Слушай, ну хоть батарейка здесь есть, куда хоть одна. Или мне сюда бегать, прятаться? Ни одного предмета, черт побери. Ничего нет. This one will not hurt you. Oh, hopefully. Иностранцы говорят, этот тебя не обидит. Ну ладно. You mean this one? You better not. Веди себя тише. Да, хорошая дубинка у тебя. А я пойду дальше. Твою мать, да что ж вы делаете-то? Where should I hide? Fucking Jesus shit! Oh, так он же... Чё? Ты убежал уже, нормально всё. Чё ты? It's okay. He's not following you. He's not following you! Not at all. Ну вот видишь, всё хорошо. Ouch! Get inside! Меня здесь нет! Меня здесь нет! Shit! You son of a bitch! Jesus! Where hide? No! Я что, мне так и бегать из пункта А в пункт Б? От шкафа до шкафа, что за бред? Такое ощущение, как будто я попал в Butcher's Bay к Ридику.
Да все заключенные просто еще шизанутые к тому же. Ужас! Он идет, слышите? He's coming. Can you hear him? He is coming. I'm telling you. Неонафт, вам die große Scheiße Papieren, du Weibjures, in case of emergency. Всем привет. Welcome, guys, everyone. This is mainly a Russian community here, so don't be confused by Russian language. Well, I can give English comments, of course, too. Но ругаться я буду лучше shit fucking shit bitch. Ладно, поехали дальше. Хотя нет, знаете, пока вы не ушли спать. Так вот, пока вы не ушли спать, у меня для вас конкурс. Из нашей коллекции игр, я вам сообщу позже, это на платформе Origin и на платформе Steam. Мы хотим разыграть как раз вот эти игры. Чтобы их получить, вам нужно в нашей группе ВКонтакте, в соответствующей теме, в последней, написать, ссылка на ваших экранах, наша группа ВКонтакте. Так вот, вы должны написать ответы на 3 вопроса. Я хочу, чтобы вы указали никнеймы 3 летсплееров, летсплейщиков. Один из, внимание, один из Швеции. Очень популярный человек, очень популярный. Второй человек, он наполовину немец, наполовину кореец. И третий человек из Англии, из United Kingdom. Все они знамениты благодаря трансляциям хоррор-игр. Итак. Вам нужно ВКонтакте обозначить этих 3 хоррор-летсплейщиков. Кто первый укажет все 3 никнейма правильно, тот, соответственно, и выиграет 2 игры на выбор. Еще раз. Один летсплейщик популярный, хоррор-игры стримит из Швеции. Очень популярный, очень популярный. Это самый легкий, пожалуй. Второй. Наполовину кореец, наполовину немец. Но, тем не менее, записи делают на английском языке. Тоже хоррор-игры. И третий чувак, ну, у него меньше всего подписчиков по сравнению с теми двумя. Он из United Kingdom. Вот так вот. Думайте, гадайте, пишите ответы вконтакте.com WeLoveGamesTV. А мы продолжаем. We just had a small contest, asked guys to name 3 Let's Players, horror Let's Players. One from Sweden, very popular one. The second one is half German, half Korean guy. And the last one is, he's from UK. He has less subscribers, but he's also fun to watch. Так. Если я это нажму, что-то произойдет же, ведь, да? Follow the blood, следы за кровью. Окей. О-о-о-о! Слышите, он идет. А вот он идет, идет, идет. Тихо. Ну давай сыграем, обожаю игры. Мать боже, как не... А чего он эту не открыл тогда? Jesus, I hate him. Son of a bitch. А куда отступать? Подождите. А, да, все, понял.
Hey, hey, hey! What the fuck? I mean, what the hell? He's going on here. И чего? Муж и все. Привет! I'm a mouse. I'm a big fat mouse. Большая жирная мышка. Я так не могу. You do not open this door. Да пошел ты в жопу! No. Oh, did up. Чем навоняли-то? Classified. Everything's classified. Security. Конфиденциально. Мы дали ему шанс. Кому? Ага, мы дали. Мы были более чем справедливы. Усмирили все свои желания. Какие желания с такими-то... Но теперь, прямо сейчас. Теперь-то мы себя побалуем. Да. О чем вы говорите? Его язык и печень. Вы про меня? Мои, нет, твои. Чего? Мужики, эта дверь закрыта. Зачем вам моя печень? Мужики, может договоримся, не? Не надо. Так, а, ребята, срочно пути отступления, если что. Твою мать. Через окно. Нет. Черт. О, great. Ребят. Я сейчас сюда в окно в это, а вы за мной не ходите, ладно? Тихо. Они ушли куда-то? Что там за звуки внизу? Я даже здесь не хочу вылазить. Ну! Говорящий с мертвецами. Я Маша читаю. Корпорация Мерков, обслуживание очистительного входа, памятка. Надлежащее обслуживание очистительного входа чрезвычайно важно для безопасности проекта Вальрида. Обратитесь к руководству по обслуживанию корпорации Мерков. MMP SMM180286 или получить указание от старшего сотрудника с необходимым уровнем допуска секретной информации. Все так секретно-то. И ничего не понятно. Ready, Rocksteady. Эй, что у нас здесь? Что это за звук такой? Здесь ничего. Да смотрите, даже ни одной батарейки не положили. Ну, свинство. А, нет. No, that's the battery. Здесь закрыто. А здесь? Ящики нельзя открыть. Ужас. Вот в чем ужас-то. What is this sound? И ребята эти куда-то ушли. Душевые. Я уверен, что они меня, братья, меня именно там ждут, в душевых. Поэтому туда не пойдем.
the headshot! Вы видели, как цыпленку оторвал голову? Только полицейских и только охраны, я имею в виду, ни одного пончика. Чтобы попасть в душевые, нужно карточку приложить. Эй! Здесь кто-нибудь есть голый? Это же душевая. Никто мыло не ронял? Что это за звуки? В этой игре слишком много звуков. Слишком много посторонних звуков. А, это дождь еще. Понятно. С грозой. Ага. Оу, 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 окей, окей. That's a naked guy. Where's another naked guy? Two naked guys. Whoa! Jesus! Боже мой, он исчез. Пропал без следа. Это что, сарказм? Да, так и есть. Думает, мы придурки или тупицы. А давайте вытащим его и вскроем ему пузо. Погоди минутку. Куда они исчезли? Эти двое точно с портала СК2ТВ, как вы думаете? Good game, вы как думаете? Я думаю, что они оттуда. Ага. И чего? Вот этот вот звук... И вот Industrial Sound очень мне напоминает, кто играл в Unreal. В первый самый. Помните, там, когда по вентиляции... Ползёшь, там такой, тоже такой крик, из карты такой пробегает. Вот замечательно. Что, вы думаете, это персонажи из Мундольфа? А, двое как раз вот эти вот голые бегают, да? Точно, наверное. Слушайте, а что они со мной хотят сделать? Зачем им меня убивать? Комната для пыток. Не нравится мне все это. Ладно, ну вроде тихо. Говорящий с мертвецами. Так. Обратите внимание на прилагающуюся копию свидетельства о смерти Рудольфа Верника, субподрядчика психиатрических исследований Мерков. Наследников нет. Штат Колорадо. Держите против света, чтобы увидеть водяные знаки. Дело 8732. Местоположение Колорадо. Населенный пункт, заповедник Маунт Мессив. Полное имя Рудольф. Давайте, продолжите пребывание в населенном пункте, где произошла смерть. 0 лет, 7 месяцев. Продолжите пребывание в США для родившихся за рубежом 55 лет. Полмужской, цвет кожи белый, семейное положение холост. Дата рождения 18 год, дата смерти 2009 год. Настоящим подтверждаю, что я лечил больного с 2003 по 2009 и видел его живым в 2009 году, а смерть наступила в 4 часа 11 минут того же числа. А основной и сопутствующими причинами смерти является следующее. Сердечная недостаточность, связанная с возрастом боль... Сколько ему было тут, подожди? 55 лет, что уже?
Настоящим подтверждается, что данная копия официальной записи верна и является точной. Чё-то меня живот заболел. Не стоило мне кушать. А вообще хочу покушать. Приклад. О чем это я? Три часа ночи, пора завтракать. Ребятушки. Еще час ночи. У меня еще час ночи. Самое время пожрать. Give me five. Нам ты че говоришь? Give me five. Here you go. Here's a five. Я напоминаю, в группе ВКонтакте пишите название трех летсплееров. О, два, там кого-то уже банит на Good Game. Видимо, кто-то захотел очень зефирку в шоколаде. Имена, никнеймы трех летсплейщиков на Ютубе. Один самый популярный из Швеции, второй наполовину немец, наполовину кореец, стримит на английском языке. Такой уже взрослый дядька достаточно. И третий, очень популярный тоже. Стример, но у него меньше всего подписчиков среди тех двух из United Kingdom, из Великобритании. Да, ням-ням-ням. Продолжаем. Как вам игра-то? Страшно вообще? Все хорошо у вас? Может, чем вас это удивить? Продолжаем? Единичку, если все хорошо, мы продолжаем. Уважаемый Good Game, Twitch, Гоха, СК. Prime Time 2.1, между прочим. Батарейки поменяем сейчас. Айзи говорит, помогите, чат полон петросянов. Все, все готовы. Мистеру Киски не страшно, говорит, да, страшно мне. Ладно, да мне тоже не страшно, что здесь бояться-то, подумаешь. Ну, кетчуп, трупы лежат, и чего? Рацию у него, видишь? Морин. Написано на рации. Вы думаете, это кишки? Нет, это... Господи, это покрашенный пластик. Вы же знаете, как это все делают. Ух ты. А, ну да, ведь когда током бьет, кишечник, так скажем, он расслабляется и... Да. Слушайте, классно. Кто хочет посидеть на таком стуле? Ноги тут разбросаны. Это тоже муляж все. Не верьте, а время... Время 20 минут уже. Никого здесь нету. There's nothing here. Absolutely nothing. Так что идемте отсюда подальше. У нас все закрыто, а?